Вот это вот все зеленое, это кувшинки, народ. Прикиньте. Целое поле. Вот на такой вот лавочке можно присесть. И что делать? Куда смотреть? Либо на дорогу, либо на кусты. Как вам вид? Зато тенечек есть. Ну а виде можно было бы позаботиться, немножко прорубить кусты, правда? И можно было бы лицезреть вот это вот место, покрытое кувшинками. Странная, конечно, версия поставить здесь стол. Ну ладно.